проращиваем ростки брокколи в домашних условиях. В литровую банку нужно положить 2 столовые ложки семян брокколи, залить водой и оставить на сутки в темном месте. Последующие несколько дней, утром и вечером, нужно промывать водой, и воду обязательно надо сливать. Итак, делаем каждое утро и вечером несколько дней подряд. Банку ставим вверх дном, чтобы лишняя влага стекала. Вечером 6-го дня наши ростки готовы к употреблению. Прежде чем убрать их в холодильник, убираем все лишние семена. Лимончику нравится в такие моменты быть рядом и помогать. Ростки снимаем с воды и выкладываем на бумажное полотенце. Можно завернуть в бумажное полотенце, положить в пакет и убрать в холодильник. Так хранится до 3-4 дней.